Небывалый урожай картофеля и для хозяйства, и для района выращен нынче в сельхозпредприятии имени Дзержинского – около 400 центнеров с гектара. Впрочем, сравнивать теперь не с кем. Хозяйство – единственное в районе, которое занимается картофелем. Теперь на уборке заняты работники, организуемые центром занятости, а также учащиеся и учителя межевической школы, рассказывает главный агроном. Главный агроном колгаса имя Дзержинского Кульба Зоя Миколаевна. Этот год на вельми сприяльный для картоф, для бульбы, вельми сприяльный. Да, вот. За 300 центнеров? За 300, я думаю, что на 400 центнеров мы повинны выйти. Какие тут сорти? Тут у нас несколько сортов. Сорты у нас Скарб, Уладар, Янка, Овация, Манифест. Вот мы занимаемся несколькими сортами, потому получать стабильно урожай, не только на один сорт, не робим на ставку. На жаль, одинная господарка в районе, якая вырошує бульбу. Збит есть? Ну, в этом году мы выиграли тендер на управление сельской господарки участников. И поэтому каждый день у нас идет реализация, невеликими партиями, но каждый день мы отвозим на садики, на школы, на мясокомбинат, на рестораны. Збиваем. Не велика цена, але збит потрохи є. Каждый день працуют женщины на затарывание сетки, и каждый день машина ездит на город, развозит эту бульбу нашу. Больше за 300, под 400 центнеров. Какая будет, меркуете, рентабельность тут? Ну, великой не будет рентабельности. А последние годы была картофель у нас убыточная, бульба была убыточная. Поэтому, как-то тяжко сказать, вельми великие затраты на ее, на посадку, унесение органичных удобрений, потом химичные обработки вельми тянуть, подорожали это химичная защита, а проводить обработок несколько треба против пустозелья, потом фитофтора, колорадский жук нас не обработок по две приходится працовать. Поэтому на великую рентабельность мы не... Але когда зайдешь на поле, бачишь, какие тут беляши лежат, душа радуется. Душа радуется. В этом году душа радуется. Не только в колгасе, але и у людей. У нас много соток садят люди, и у людей вельми добрая бульба, все вельми довольные. В прошлом году со сбытом картофеля были проблемы. Его приходилось продавать чуть ли не по 16 копеек за килограмм. Теперь в учреждении образования наш второй хлеб поставляется по 51 копейке за килограмм.